Привет, Россия! Привет, Воронеж! Как бодрость духа? Итак, 10 июня группа «Коррозия металлов» даст мощнейший концерт в Воронежском клубе «Хлам» называется. Но это не только главное называется в нашей миссии в Воронеже называется. Дело в том, что всю Россию потряс случай называется с разрушением каменного моста называется. Вот, который устроили агенты Навального с помощью детонирующего бесшумного устройства профессора Тесла называется, после чего мост рухнул называется, и это дико в общем фоне напугало жителей России, Воронеж называется, что получается не только на фронте происходят там взрывы называется, это разрывы плотин, Каховский ГЭС называется, Белгородская область называется, какие-то группы это проникают, ну, делают теракты, обстреливают российскую территорию. Ну и в самом центре России, как называется, рушатся мосты, называется, да, называется, чтобы полностью дестабилизировать такими подобными террористическими актами, называется, всю обстановку. Это создать, называется, и так, когда вот беспилотники вот эти вот, про которые запрещают говорить, там летают, называется, то людей постепенно вводят это в нервное состояние, называется. Вот. В связи с этим, там, называется, делегация КТР, значит, потом сотрудники архитекторного бюро ЦРТРИ и Ростуризма выезжают на несколько дней раньше концерта, называется, с целью осмотра каменного моста на улице Карла Маркса, называется, с целью его скорейшего восстановления, называется, и переименования. Каменный мост имени Юрия Хоя, называется, на котором Церетели сделает десятки бронзовых скульптур, называется, персонажей, песен группы «Сектор Газа», называется. Вот. Соответственно, в бюджете Воронежа нету денег на восстановление каменного моста, называется, депутаты за это не проголосовали. Поэтому нам нужно чем-то пожертвовать, снести какое-нибудь бесполезное здание, называется, и взять оттуда кирпичи, называется, арматуру с целью восстановить каменный мост, называется. Вот. Самым бесполезным зданием в Воронеже это является центральный офис судебных приставов Воронежской области, называется, который занимается преступной деятельностью во время войны, то есть выписывает какие-то штрафы там за парковку, называется, еще какую-то неправильную линию, там скорость человек на 2 километра увеличил, называется. То есть они, получается, штрафуют человека, называется, как бы, а на самом деле они способствуют голоду всей семьи, потому что человек живет не один. Называется, у него есть там дети, есть жена, там называется, есть родственники, есть обязательства по кредитам, ипотеке и так далее, называется. Соответственно, мы уже договорились это, с демоляторной мафией автомобильной, называется. Ну, это такой громадный кран, на нем висит громадная такая гиря, называется, Гронбаба называется. Вот, соответственно, отряд из 30 автомобилей на следующей неделе подъедет к центральному офису судебных приставов, полностью его разломает, называется, и кирпичи пойдут на строительство моста, называется. Вот, ставят вопрос, куда трудоустроить сотрудников центрального офиса судебных приставов. Все они будут отправлены на фронт, называется. То есть в качестве парашютистов будут заброшены на украинскую территорию, вот, где будут выписывать штрафы операторам системы «Хаммерс», называется, «Гвоздика», и наводчикам танков «Пантера» и «Тигр», называется, там, и «Леопард», вот, которые разрушают различную инфраструктуру, называется, здания, в том числе и Каховскую ГЭС, называется. Вот, штрафы будут непосредственно отправляться к ним домой, в Жмиринку, в Житомир, называется, там, это, ну, в Одессу и прочие там всякие города, называется. Потому что, в любом случае, дни рождения Путина, 7 октября, Киев будет взят, называется, установлена полностью российская власть, называется. Вот, и, соответственно, нужно будет собрать штраф из тех людей, которые разрушали эти объекты. Так что, жители Воронежа, не волнуйтесь, скоро мы построим новый, мощнейший мост со скульптурами Церетели, называется, куда смогут приезжать это, туристы, называется, и местные жители, это приятно отдыхать, ходить по этому мосту, проводить свадьбы, называется, и развивать свой кругозор, называется, с помощью персонажей группы «Сектор Газа», называется.